Эй, всем привет, друзья, меня зовут Дмитрий, это канал Куплинов Плей. Короче, я не стал дожидаться, пока выйдет серия, не стал дожидаться ваших отзывов, ваших просмотров этих и всех предложений, и всех пожеланий и хотелок. Игру, короче, нельзя сохранить во время дня, поэтому... Я не захотел ее выключать, потому что потеряется прогресс весь этого дня. И мне очень нравится, ну, очень хочется посмотреть, что будет дальше. Меня реально очень сильно заинтересовала эта игра. Она реально очень сильно похожа на бумажки. Вот примерно в том же сеттинге, как это сказать, какое-то наблюдение об этом. Вот это простецкое, все вот это. Короче, ладно, продолжаем. У нас там идет день. Идет день там в самом разгаре. А, мне что-то пришло, по-моему. Короче, к нему опять пришла эта бабенка. Смотреть, господин Шатлер, а мы все это пытаемся выяснить. Почему я не понял, что у нас музей неправильно вышел? Вот это я реально не сообразил, потому что вроде как все было нормально. Так, значит, я навещаю многих людей в течение дня, господин Штатлер. Это она разговаривает с Гитлером, с нашим. Это Гитлер по-любому. От этого я есть очень подавлен. Никто сейчас ни о ком не думать. Отвечает ей Гитлер. Окей, быстрее. А, не то, что прошлое. Мы уже обсуждали, это прошлое было временем войны и жестокости. Мне нужно включить запись, наверное. Нет, это ценности и идеалы. Надо разблокировать, чтобы потом записывалось здесь. На мой взгляд, это было время насилия и геноцида. Некоторые люди очень страдали сильно. Очень сильно страдали. Найн, эти люди не страдали. Они быть на хорошем отдыхе. Прослушайте, я не собираюсь спорить. Моя задача заботиться о вашем здоровье. Как у вас дела? Болен и подавлен. Так, может быть, нам поизучать здесь что-нибудь? Подожди-ка, господин Штатлер, ну-ка. Какие фамилии чаще всего встречаются в стране? Четыре наиболее справедливые фамилии: Смит, Рамирес, Джонсон и Чанг. Исторические и демографические характеристики каждого региона являются ключевыми для анализа данных. Комментирует эксперт. Список наименее популярных фамилий взглядывает Кершоу, Фебленд и Штатлер. Внезапно, окей. Наиболее не ключевые фамилии. Так, странный акцент. Плюс Штатлер. Окей. Не бубни. Блять, опять падает. Страну, видеокассетами, ТВ. Блин, тут, в принципе, больше ничего особо не найдешь. Может, вот так вот? Нет, окей. Да здесь вряд ли что-то есть, нужно дальше искать. Мне кажется, нужно сделать, знаешь, что? Мне нужно открыть видеозаписи. Он тут один! Мы сейчас увидим, что он смотрит. Так, и что он смотрит? Секунду. Что ж, пора вспомнить прошлое. Захватчиков, союзников. В середине войны армия захватчиков одержала явную победу над армией союзников. Угу. И все указывало на то, что победа близко. На этих изображениях лидер произносит речь перед войсками с олимпийского стадиона города Шреденбург. Какой молодой, он красивый, я? Эта челка сводит с ума всех женщин. Так это какой год-то? Маршируя под национальный гимн, захватчики наслаждались моментом. О, река Брухингама, о, бессмертная земля, на-на-на-на-на-на-на. Но их счастье было прервано внезапной контратакой армии союзников. Ой, Найн, это плохая часть фильма. В результате которой лидер и его войска были раздавлены как насекомые. Найн, проклятые сыны грязной расы, манипуляторы! Блять, Гитлер злится сильно. Почему столько ненависти, столько непонимания? Я лишь старый человек, который болен и подавлен, вот и все. Но это он, все понятно, мы выяснили. Так, он уходит, да? Секунду, мы сейчас обслужим эту камеру, так сказать. Так, он ушел, окей, поехали. Лидер видеокассеты, союзников, челка, захватчик. Сумасшедший диктатор, конечно же. Сумасшедший диктатор. Нет. Здесь нужно что-то еще, значит, искать. Окей. Прошлое было замечательным. Сумасшедший диктатор. Но так мы ничего не найдем. Так, Брухенгаген, страну Шреденберг. Ага, страна основана в 1375 году на берегу реки Брунинхаген со столицей в городе Шреденбург. За свою историю Фридония повидала множество жестоких правителей. Последний раз Фридония участвовала в войне 60 лет назад, когда ее лидер решил захватить несколько стран, втянув континент в мировую войну, в результате которой погибло 40 миллионов человек. Хорошо, так, вот этот. Здесь тоже одно и то же. Так, Фридония. Сумасшедший диктатор Фридония. А! Это не Гитлер, блять, это Август Хенкель.
Безумец, разъезжавший войну. Мы вспоминаем ужасного диктатора государства Фридония в 55-ю годовщину его исчезновения. Художник-любитель, вегетарианец, немного склонен к геноциду. Блять, ну это Гитлер. Сказал про него, только типа в другой эпохе, как бы выдуманной. Так Август Хенкель описывал сам себя. До сих пор имеются сомнения, был ли его труп, исчезнувший из бункера, где он предположительно совершил самоубийство в конце войны. Идентифицирован правильно, имеется в виду. Был ли он идентифицирован правильно? Так, Август Хенкель. Окей, мы нашли. Август Хенкель, беззащитный пожилой человек. Что здесь еще нужно найти? Фридония, Август. Так, подожди, он не беззащитный получается. Нет, он получается беззащитный, допустим. А здесь что? Я просто поменяю что-то, может, по этому, за какую. Окей, беззащитный пожилой человек, Фридония, Август Хенкель. И что нам про это еще нужно сделать-то? Август Хенкель, человек. Нет. Август Хенкель. Нет. Я немножко не понимаю. Возможно, нужно ждать, короче, когда что-то появится мне здесь. Так, у нас тут что, везде перерывы? Везде можно, собственно, идти и поработать. Может быть, ночью нам поработать? Так, не работает, не работает. Нам нужна здоровая еда, судя по всему. У нас здесь 94 доллара. Давайте... Да, окей. Фрукты. Фрукты, йогурты. Давайте я закажу фруктов вот на 60 долларов. Плюс 2, плюс 15 курицы вот можно взять. 30 минут, 30 минут. То есть это опять-таки час, да, круглосуточно, судя по всему, работает. Давайте возьму еще курицы две. А, это я сходить самому, все понял. Это не доставка, это сходить самому. Это, кстати, как бы выгоднее получается, но типа это, как его? Но типа... Так будет быстрее. Хорошо, так сколько времени-то у нас? Время 3 утра, давайте поспим. Восстановим энергию. Давайте сначала поем, наверное. Поем, теперь посплю. Вот часов 6, нормально. Какая бабенка говорила, типа, не надо там себя убивать. Нужно, короче, спать, жрать, следить за собой, там все будет нормально. Так, день 4, у тебя есть 5 из 9 камер для перехода на следующий уровень, хозяйка вернется послезавтра. Вот это уже хуевенько. Вот это уже очень-очень плохо. Уверен в своей победе. Делитесь музыкой и видео через чат Мигу. Самый продаваемый напиток. Дошкольный учреждение для будущих лидеров. Окей. Допустим. А как эту камеру удалить? Ее можно удалить? У меня просто... А, здесь все уже... Здесь все замотали. Допустим. Давайте я открою видеонаблюдение вот за этим, что ли? Или подожди, она вообще видеосъемка как бы вообще. Окей, окей. Вообще. Как ее запустить? Запустить. Допустим. А сколько она работает? Интересно. Блять. Привет. Тут случайно не пробегала моя кошка? Уже несколько лет ее не видел. Это этот чувак из фильма, как его зовут там, блядь. Так, что тебе нужно? Знаешь, я только что получил выписку по кредитке. Думаю, я слегка переборщил с покупкой из телемагазина. Не ложишь мне немного мелочи? Ну на. 6 долларов отдал, похер. Спасибо, я знал, что могу на тебя рассчитывать. Я пошел обратно к себе. Как его зовут этот муда? Лебовский, что ли, блядь? Лебовский, по-моему, да. Опять что-то решил, спокойно. Так, письмо. Рекорд низкие цены. Вы все еще под впечатлением от наших низких цен, если предложение, которое вы не сможете отказаться. Кофе скидки 50%. Так, это неинтересно. Кофе нам пока что не нужно. Кофе нам пока что не нужно, пойдем обратно сюда. Так, работа. Публицист-стажер. 24 доллара. Профессионал для вашего, для важного проекта. Подожди, пока не интересует. 14 долларов. 2 часа. 2 часа, 24 доллара. Давай вот так вот. Как бы 24 доллара за 2 часа лучше, чем 10. Это же логично. Нам нужно купить еще 4 камеры. Охренеть, нужно 200 долларов для этого. Так, окей. Ну что такое-то? Опять посылка, что ли? Серьезно? Это не та квартира. Это не ко мне. Ух, опять ошибся. Я почти всегда ошибаться. Я плохо видеть цифры, понимаете? Спасибо, что вы приобрезаете меня. Допустим, ладно. Так, а запись-то где посмотреть? Может быть, он ночью что-то делает? Так, уважаемый коллега, совершение нашей базы данных, просим вас сотрудничать. По какому адресу можно найти клетку 5? В случае верного ответа вы получите вознаграждение в размере 70 долларов. В какому адресу? Клетка 5? Етит твою мать, мне нужно узнать, что это за бабенка. Мне нужно узнать, кто это такая. Что там появилось-то? О, запись. Включить.
А, не, я понял, это не рабы дела, это не нужно, короче, хрен с ним. По какому адресу? Подожди, нужно понять, кто работает с этими людьми. Одинокий, беззащитный пожилой человек. Нет, одинок. Нет, болен. Одинок и болен. Блять, точно. Новая программа по уходу за пожилыми людьми, ее цель — забота о самых слабых и беззащитных стариках. А правительство укрепляет свою политику поддержки пожилых людей посредством регулярных визитов социальных работников. Общая информация из списка участников программы «Один пенсионер». Одна улыбка доступна по следующему телефону 655-555. Окей, допустим. Окей. Так, давайте позвоним. Окей, давайте позвоним. Ой, блядь, позвони. Добро пожаловать. Это автоответчик программы «Один пенсионер, одна улыбка». Пожалуйста, громко и четко произнесите «один», если вы хотите получить общую информацию об услуге, «два», если вы хотите ознакомиться со списком участников, и «три», если вы хотите подать жалобу на нашу услугу. Хочу «два», «два», «два». Так, «два». Посмотрим список участников. Извините, но мы не поняли ваш ответ. Не могли бы вы повторить его громко и четко? «Два». Извините, но мы все еще не можем понять ваш ответ. Мне... Два! Действительно, так лучше будет. Чтобы проверить список участников, назовите фамилию человека, которого вы ищете. Так, фамилию человека мы нашли. Господин Штатлер. Окей. Извините, но ваш голос звучит искаженно. Повторите, блять, более тихо. Господин Штатлер. Извините, но ваш голос все еще звучит искаженно. Повторите и тише. Господин Штатлер. Сообщаем вам, что в нашей базе данных есть один человек с этой фамилией. Мы можем подтвердить, что Даниэль Штатлер включен в программу «Один пенсионер, одна улыбка». У вас есть еще вопросы? Мне нужен адрес. Адрес нужен. Давайте жалобу подадим. На какой адрес, может, узнаем? Вы выбрали вариант номер один. Общая информация. Да нет! Мне нужен вариант номер три. Не может быть. Вы ясно сказали слово «один». Да ну нет, отстань! Один пенсионер. Отстань! Отстань, хорош! Ладно, все. Пошел, до свидания. Зачем вы меня вообще звоните? Черт, я слишком часто отвечаю на звонки. Эй, ребята, вы можете творить? Еще один идиот, который. Окей. Так, допустим, что-то новенькое появилось. Что-то новенькое появилось. Даниэль Штатлер. Отлично! Адрес! Телефон! Отлично! Хорош! Давайте позвоним. Здравствуйте, кого вы спрашиваете? Даниэль Штатлера. Август Хенкель, давай. Здравствуйте, это Август Хенкель? О боже, вы... Включи! Почему вы спрашиваете это имя? Скажите, вы Август Хенкель или нет? О, это Найн-Найн, я не Хенкель. Но если бы вдруг был, чего вы хотите? Прошлое было замечательным. Господин Хенкель, хочу, чтобы вы знали, что ваше прошлое было потрясающим. О, черт! Я этого не ожидать! Будь я Хенкелем, ваши слова бы меня тронуть. Жаль, что я не он. Вы уверены, что вы не Август Хенкель? Я не Хенкель. Но будь он жив, он будет очень благодарен и щедр к тем, кто его немного поддерживать. Он так одинок. Миллион людей знать его так жестоко выкрыл одного полубога всего несколько десятилетий назад. Так, окей, благодарен щедро, я поддерживаю вас, Титр Хенкель. Конечно, мой друг. Я не Хенкель. Но если бы я вдруг и был, я бы положить трубку и позвонить через пару минут, чтобы найти, как отблагодарить вас за ваши слова. Хорошо договорились. Как приятно знать, что у меня есть. То есть, будь я Хенкелем, я бы знать, что у меня все еще есть друзья. Ваши слова вернуть меня к жизни. Окей. Подожди-ка, в смысле? Давай вот так вот сделаем через пару минут. Перезапись. На рассмотрении. А типа я адрес выяснил, что ли? Что там рассмотрелось-то? Так, на мне почта нужна, подожди-ка. Гутен так, это Хенк, то есть Даниэль Штатлер. Я только звонить сказать, что я ухожу, чтобы встретиться с моими старыми друзьями. Я не Август Хенкель, но будь я им, ваш звонок бы вызвать желание возродить бессмертную славу Фридонской империи. Пожалуйста, секунду, из-за моего звонка вы хотите... Что? Я очень вам благодарен. Вы делаете грустного и одинокого старика счастливым. Скоро вы получите подарок от меня. Это очень ценная вещь. Сейчас я уезжать на несколько месяцев. Аудефиндерзейн. До свидания.
Так, я что-то выяснил. Я выяснил что? Почту? А, подожди-ка. Я выяснил электронную почту. Так, исследование. Далее. Адрес. Адрес вот. Да, окей. Через несколько часов. Внезапно. Так, что у меня происходит? Подожди-ка. А как мне удалять готовые клетки-то, которые все? Ночное видение. О, вот оно пригодится мне вот это вот, да. А, досить. Сколько денег у меня? Денег сколько? $200. 4 клетки, хватает. Так, раз. Два. Три. Четыре. Окей. У меня деньги кончились! Обосраться! $38, поехали. Не на хозяйку нужно денег срочно! Мне сейчас придет там зарплата, здесь зарплата. Сейчас нарубим. Бля, как и тяжело! Поздравляю, похоже, вам понравилось поглощать эту смесь крахмала, масла и... ну, прочего. У вас бездонный желудок, это делает вас отличным работником, приходите в любое время. Так, окей, это по поводу испытаний каких-то, хорошо. Письмо пришло. Так, информация... правильным, хорошо, правильным, $70. Отлично, $70. Есть на хозяйку? Есть, все, ладно, не паникуем. Так, нужно, восстановить энергию. Плюс 8. Еще. Окей. Нормально, подняли. Так, мандрил под шашнишнуш. Что, блядь? Мандрил под шашнишнуш. Мне нужен прибор ночного видения. Мы сейчас перейдем на второй уровень. Бляха, за этим нужно следить в первую очередь. Покупать камеры и все прочее, прочее, прочее. Мне нужен прибор ночного видения, чтобы я здесь что-то разгреб. Бляха, какая интересная игра. Я прям не могу, серьезно, она очень классная. $90 нужно хозяйке. Кофе, скидка 50%. А, $3. Да? Давай возьмем его. И возьмем тогда еще $9, $15. Сколько будет-то? 95? Да, давай вот так вот сделаем. Все, поехали. Нужно поспать, поспать, нужно поспать, поспать. Так, хорошо, $90 у меня осталось. Что там за записка-то? Дай посмотрим. Что за записка там нарисована? Я принес посылку, а вас нет. Завтра я вернулся с посылкой между 9 и 11. А, окей. Почему у меня не было? Подожди, а почему у меня не было? Что за бред? А я на работе, что ли, был? На работе был, наверное, да. Давайте поспим. Спокойно. Бля, там что-то бегает. А, это помехи. Где что мигнул-то? Что кому нужно от меня? Я не понимаю, что кому от меня нужно, ну ладно. Так, я поспал на самом деле. Скольки там у меня работа-то? Ой, это не то, не ходи сюда. Так, 4 часа. Сон здесь на самом деле не очень сильно такой напряженный. Типа поспал, типа нормально. Так, окей, пойдемте я поработаю. Да бля, хоть не туда, вот сюда. А уже нельзя? А почему нельзя? А, 2 часа нужно уложиться, все, я понял. Ладно, надо было сначала на работу сходить, точнее поспать поменьше. Так, у меня, в принципе, все нормально по еде, по воде. Сейчас придется хозяйка, отдам ей $90. Охренеть, она за 3 дня? 90, $30 в день? Это... сколько это? 1800 получается сейчас по деньгам по нашим. 1800 за 3 дня? На 10, 18 тысяч в месяц. А, ну в принципе... ну, в принципе, где-то в более-менее таком крупном городе это нормально, наверное. Окей, ладно. А эта хуйня-то на что будет расти-то здесь? Она меня бы напрягает, если честно. Она меня очень сильно напрягает. Так, я пожру. И еще пожру. Так, с 9 до 11 ко мне придет посылка. А что я сейчас делаю? Мне ничего не делать, да, я еще поспим. А что, я не могу. О, хорош. 2 часа, пойдем поработаем. Сейчас, правда, делать нечего. У нас заниматься нечем. У нас ночного видения нет. Уровня второго нет. А заниматься чем-то нужно. А, хорошая работа, помогать нуждающимся так приятно. Та, ты наверняка чувствуешь, что твоя карма очистилась, да? Еще и оставшиеся овсянки поесть удалось, возвращать, когда захочешь. Пожа, о, ебать. И смотри-ка, и заработал на варе. Хорош, хорошая работа. Запомню, эта работа очень хорошая. Что здесь с курами происходит? Здесь с курами что не происходит? У меня, смотри-ка, у меня 3 не завершено. А, нет, еще одно рассмотрение. Побыстрее, можно рассматривать, нет? Поспим еще 2 часа. Просто сейчас реально делать нечего, 9 часов. Во сколько день начинается, в 9 или в 10? Это, в принципе, второй день. А, нет, день пятый. В 9, походу. Клуб Деранг, левел 1, рука обезьян. У тебя здесь дикамер для перехода на следующий уровень, хотя я вернусь завтра. Август Хенкель, он все еще жив? Дети утверждают, что видели постаревшего диктатора Фридони на Карибах. Сотни анонимных граффити с лозунгом «Всегда были здесь», только добавляют интриги. Петух Уинкл проводит свой первый предвыборный митинг. В социальной сети Митао более 2 миллиардов пользователей. Тюрьмы в стране переполнены. Окей.
Так, хорошо, мне дали, да? Напоминаю предстоящие оценки. Уважаемый коллега, в конце сегодняшнего дня состоится заседание оценочной комиссии, которая рассмотрит ваш прогресс. Не забывайте, для перехода нас должен 9 клеток. Хорошо, это мы сделали. Это мы сделали, все нормально. Все хорошо. Так, это тоже удалить. Чтобы не мешалось. Так, что у нас здесь? Какие-то поля с инопланетянами, что ли? Опа. Антенна. Подожди. Сейчас, подожди, отвечу. Подожди. Пока что у меня здесь все только антенна. Антенна, антенна, антенна. Антенна, ветряная мельница. И пока что все. Хорошо, то сейчас письмо-то. Так, только сегодня пи... О, пицца со скидкой. Да, окей, пицца со скидкой, это хорошо. Давайте закажем пиццу со скидкой, жрать-то особо нечего. Пицца со скидкой. Так, 50%. Возьму две. Нет, в смысле, нельзя. Можно. 18 минус 109. Так, посылка. Для квартиры 16. Да, это моя. Да, это моя, да, это здесь. Сувениры из Фридонии, фуражка и военная медаль диктатора Августа Хенкеля. Окей. Сколько стоит? 190, да, продай. Мне не нужна она. Она мне не нужна, мне нужны деньги. Так, поехали по аэропорту. Ууу! Это что-то интересное, жопой чую. Какой-то мужик, какой-то работяга, что-то, бля, печатает. Программист, хакер какой-нибудь. Хакер по-любому, ну. Хакер, сука. Что-то делает. Так, пицца скоро прибудет, да? Скоро прибудет пицца и хозяйка. Денег как много. Хорош. Так, что по работе? 30 долларов. 24... А, 30 долларов. 4 часа. 30 долларов за 4 часа. 60 долларов, неплохо. 38. Блин, давайте поработаем, что ли? Ну просто деньги-то нужны, они как бы не... Это, и хозяйка придет, и нахуй идет тогда. Хотя она сейчас прям придет. Чё на мне висит? Что вот это, как ее посмотреть? Вот ваша зарплата, включая чаевые. Как вы знаете, сумма зависит от клиентов. Чем богаче они, тем больше денег они дают. Ну уже, поторапливайтесь. Без униформы вам тут нас, у нас весь вид портите, сутки. Так, плюс 48, нормально. Опа, что происходит? Что там происходит? Что происходит? Что? Так, антенна, ветряная мельница. Антенна всевидящая под названием... Окей. Ветряная мельница. Окей, ничего нету. Так, ладненько, поехали по другим камерам. Поехали сначала, да, по самолетам. Нам нужен прибор ночного видения вот здесь. Вот мы его купим, который нас поднимут. Так, тут какой-то ангар, это аэропорт. Это аэропорт, само собой. Аэропорт, но здесь пока ничего не происходит. Здесь ездит машинка. Самолетик маленький. Лампочки горят, мигают, типа должны были. Так, трасса, окей. Труба, граффити. Направление дороги, машинки. Блин, ну нахрена мне такие плохие камеры дают? Можно я их менять буду? Я не хочу такие камеры уродские. Опа, ушел мужик. Что-то тут ничего не происходит. Это, наверное, следующий, типа, мне уровень дадут, и что-то произойдет. Где моя пицца-то? Э! Что это? А, мужик пришел. Я думаю... Да? Да, я могу вести финансы вашей компании без проблем. Это финансовый какой-то советник, что ли, менеджер, управленец. Конечно, полная конфиденциальность, достоверность, надежность. Это незаконная хуйня, все понял. Бухгалтерские отчеты, друзья, день консультации. Все, незаконная хуйня, уже понятно. Я, зевок, люблю цифры. Они сводят меня с ума, зевок. Бляха, это какой-то мудила. Высокий профессионализм по низкой стоимости, это мой лозунг. Это мы его найдем. Хорошо, с нетерпением жду вашего ответа. Где пицца моя? У меня жрать охота вон уже. До свидания. Мне пицца нужна, окститесь. Так. Финансовый советник, да, окей. Что-то... О! Старый паровоз, окей. Это мне нужно определить это место, что где проходит, где есть антенна, ветряная мельница и ездит паровозы, железная дорога, да? Судя по всему, да, ладно. Блядь, только не говорите, что я ее просрал. Потому что они же не несут ответственность, если меня не будет дома, правильно? Блядь, я ее просрал. Сука. Я просрал пиццу, да? Да я тебе, твою мать, в натуре, да? Давай еще тогда две закажу, ладно. Давай закажу три. Мне кажется, она ногу восстанавливает. 22, ну конечно много. Давай 5 закажу. Она не протухнет, надеюсь? Так, все, ничего не делаем, запомни, ничего делать нельзя. Иначе пиццу просрем. Пиццу просрем, пиццу просрать нельзя, нельзя пиццу просрать ни в коем случае. Так, что у нас тут? Ветряная мель, старый паровоз, старый паровоз. О! Я всегда знал, что этот старый паровоз рано или поздно сойдет с рельсов.
Президент Уокер пообщался с нами после распуска Верховного Суда. Эти старые пердуны лишь мешали моей работе, заявил президент в эксклюзивном интервью. Я дал обещание, его выполнил. Наши руки больше не связаны. Все для наличия... Все для величия нации. То есть ничего нету, да? Окей, устройство передачи принимающий под названием «Всевидящая антенна» также выходило легендарное реалити-шоу, которое было отменено из-за эпидемии. Блох, тихо, спокойно, что это к тебе? Где? Закройся, что это такое? Так, стук, отлично, пицца. Бляха, чувак, ты просрал, да, мудила? Если вы хотите сейчас видеть мое лицо, вы бы посмеялись, как ребенок, ваше сердце бы расцвело. И вы бы прозрели. А если вы могли сейчас видеть мое лицо, вот ваш заказ. Так, ладно, на тебе, на чай. Может, за это какой-нибудь квест будет? Подумайте вот о чем. Что вам попадается? Двойная начинка или вирус сальмонеллы? Невезение и удача входят только в открытую дверь. Я еще вернусь. Так, ну спасибо, ладно. 5 пиц. Хорошо, пожрали прям здраво. В магазин пока не пойдем. Опа, ночная трасса. Ночной аэропорт. Допустим, что-то происходит. О, псевдоним. А не используемый художественный псевдоним. Да? Ну как наш прогресс? Плохо? В смысле, мир шоу-бизнеса очень жестокий? Или чё? Чё? Кто это такой? Я знаю, что он жестокий, за это я плачу тебе деньги. Кучу денег! Бля, может он банкир? Подожди-ка, он знает, чё, куда, чё, зачем, для чего. Ты обещал сделать меня звездой, так и сделай. Эти цифры и бухгалтерские отчеты сводят меня с ума. Бухгалтерские отчеты? Подожди, это вряд ли советник, нам нужно поменять. Так, нужно что-то поменять, подожди-ка. Так, да никому не рассказывай, кому попало, что у меня двойная жизнь. Внезапно! Я тебе говорю, это какой-то хер. Тебе нужно быть более осторожным, кретин. Это какой-то незаконный хер, что? Мне что, нужно платить тебе больше, чтобы ты держал язык за зубами? Ну, как бы молчание золото. Ха-ха, не шути с этим. Ты знаешь, что я не потерплю шантажа. Крыса, мразь, тварь. Окей, понял. Все, уезжай. Да, конечно, окей. Я знаю, что ты несерьезно. Какой-то жесткий пацан, серьезно. Жесткий пацан, окей. Хорошо, я жду твоего звонка, пока. Ну, до свидания. Так, окей. А, деньги, цифры, бухгалтерский отчет низкой стоимости, надежность. А, окей, подожди-ка, надежность. А кто еще тут есть? Банкир, математик. Ну, банкир, да, давай все-таки это... Надежность. Бухгалтерские отчеты. Цифры, деньги, финансы. Но он либо финансовый советник, либо математик. Я тебе реально говорю, что-то одно из двух. Ладно, оставим пока так. Оставим пока так, пусть будет пока так. Чего у меня ничего не происходит-то? Машинка, самолет. Нет, ничего, окей. Трасса. Хорошо. Бля, здесь пришельцы приземляться ночью. Я тебе тату не говорю. Приземляться ночью пришельцы. Я тебе 100% отвечаю. Приземляться пришельцы. И мне... А я нажму кнопку, чтобы посмотреть... Еба... Ух, какой Боинг пришел. А я нажму кнопку, чтобы это снять. Круги на полях, значит, логично, что, ну? Круги на полях будут, поля, круги. Сейчас я сниму, короче, эту херню. Так, прибор начну увидеть, дайте. Бляха, а что, день-то не закончился еще, что ли? Я запутался в днях. Когда придет хозяйка? Когда она придет-то? Так, я никуда не пойду сейчас, никуда не пойду. Я буду следить. А время быстро идет? 23.30, 23.35, нормально. Каждую секунду, каждые 3 секунды, каждые 5 секунд. Окей. Каждые 5 секунд идет минута. Значит, один час идет. 60 на 5, 3... Сколько, блядь? 60 на 5, 12? Что? Я запутался. Подожди, сколько идет один час-то? Мужчина в парике? Так, это жесткая хуйня. Волчица Soul Street. Я ваш любимый дива, волчица Soul Street, посвящаю вам. Это беда. Мне кажется, это беда. Мне кажется, это беда. Ведь когда ты танцуешь, твои глаза сияют. Зажжем танцпол, детка, ночь длинна. Где-то минуту, наверное, идет один час, получается, примерно, да? Будем только ты и я. Только ты и я. Ты сверхновая, что вот-вот взорвется. Ты даешь мне крылья, мое сердце бьется. Зажжен там цел, детка, ночь длинна. Ла-ла-ла-ла-ла-ла, о да, будем танцевать только ты и я. Только ты и я. Огромное спасибо, ох, сколько любви в этих аплодисментах. Спасибо, дорогие слушатели. Спасибо.
Примерно так. Однако все, мне пора идти. Волчица Соул Стрит дарит вам свой прощальный поцелуй. Чао-чао. Я тебе говорю, ну чихай, как происходит. По-любому это пиздосий. А, мужчина в парике. Волчица Соул Стрит. Два инвестора съедены живем в здании биржи. Трагедия разыгралась прямо во время представления шоу, приуроченное к выходу международной пищевой компании. На фондовый рынок имитировала цирк диких животных. Когда один из ведущих отвлекся, дрессированная волчица прыгнула на гостей, убив двух акционеров и ранив троих. Это не смешно. Но как бы совпадение забавное. Так, мужчина в парике. Название самой известной картины художника Тима Стаффера. Окей, это не то. Это что-то не то. Так, подожди-ка, псевдоним «Мужчина в парике». Нет. Нет. Нет, окей. Ну, волчица с Уолл-стрит, значит, это по-любому. Как бы на Уолл-стрит там кто сидят? Эти, кто, блядь, продавай, продавай, покупай, продавай. А, ладно. Где, бляха, мои инопланетяне, я спрашиваю? Где... Так, еще один поезд, окей. Где мои инопланетяне? Тут тоже нихрена не происходит, да? Тут просто тишина. И все, и жопа. Что с этой камерой? Она мне так всю дорогу будет портить мне все. Почему это у меня... Как удалять камеры, которые уже все? Покупка клеток. Мне не нужны они. Подожди, сколько мне? 280. Может, мне и еще купить клеток? Ну, типа. Хотя нет, не буду торопиться. Ну, вроде ничего. Давайте поспим, короче, до утра. Время сколько? 3-6 часов. 3 или 2 там было, не запомнил. 3 или 2, поспим. Нам нужно сон, и нужно восстановить здоровье будет. И нужно за фруктами сходить. Ваш уровень 2, зоолог-любитель. Делится через оценки 5. У вас есть 9 шина. Так, еще нужно купить 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 7 камер нужно купить. А, хорошо. Хозяйка придется сегодня. Выпущена последняя версия Approval Mart. Правительство окажет финансовую поддержку свидетелям Уайлана. Это секта, которая ко мне приходила. Самая положительная сторона самоубийства. Отрицательная зарплата выхода рынка труда. Так, установка Approval Mart. Опять ты, иди в жопу, привет. Знаешь про секретные снимки Эшли Эпплгейт? Такой низкий поступок. Никому нельзя доверять. Я рассказывал, что моя бывшая сделала что-то подобное своими обнаженными снимками. Так, что тебе нужно? Ну, у меня запланирован завтра романтический ужин, мне нужно купить вино, свечи и цициды из десятых светителей воздуха. Наложишь мне еще немного мелочи? Ой, да ладно, ну это какой-то квест по-любому, похер. Так, отлично, спасибо. Я знал, что могу тебя рассчитывать. Все, до свидания. Блин, как громко. 3 письма, нихрена себе. Уважаемый коллега, с целью расширения нашей базы данных о жизни животных просим вас о сотрудничестве. В каком городе находится клетка 8? В случае верного ответа получится награждение 70. В каком городе находится клетка 8? Клетка 8. Это вот это. Клетка 8, что соответствует 8 клетке. А я хрен его знает. Ладно, будем иметь в виду. Так, поздравляем! 16 клеток, вы будете исключены из клуба. Так, все понятно. Окей, бабенчик звонит. Что тебе нужно? Привет, коллега. Можешь говорить? Здорово. У меня получилось, получилось! Я на самом высоком уровне. И это... Черт, это... В чем дело? Что происходит? О боже, это... Прощай, друг. Внезапно. Так, у нас день только начался, поэтому давайте я сделаю его так, чтобы ничего вперед не шло, не спойлерило. Закончим как раз на этом. Как раз игру выключить можно, она сохранится сейчас со следующего дня. Очень классная игра, мне прям очень нравится. Я не знаю, почему она прям такая затягивающая. Здесь столько всего, короче, кажется, и столько всего происходит. И такая веселуха, и просто обосраться, и столько всего, короче, забавного, не знаю. Посмотрим, как она зайдет вам. Возможно, запишу еще одну серийку, может быть, и две. Но это уже не сейчас и не сегодня. Все, ссылка на плейлист в описании под видео. Подписывайтесь на канал, на паблик, Твиттер, Инстаграм, комментируйте, ставьте лайки, если смотрите следующие серии, ребятушки. Я надеюсь. Всем до встречи, всем пока. Раньше здесь был мат.